руководители предприятий и организаций, предприниматели города, представители общественных организаций и духовенства, средств массовой информации и все те, кто неравнодушен к проблемам других. Мы предоставляем слово благочинному церкви Услабинского округа протоиерею Александру Черных. Добрый день, дорогие друзья! Что можно делать в рождественском посту, как недобрые дела? Поэтому я хочу вначале поблагодарить организаторов всех и главу города Сергея Владимировича, и прекрасного руководителя Дома культуры Наталью Викторовну, и весь коллектив, который перед нами сейчас выступает, это наша ГДК, за ту предоставленную возможность всем нам, чтобы мы в который раз задумались, а правильно ли я живу? То есть вера без дел мертва. Поэтому это слова Господа. Поэтому и мы с вами пытаемся и стараемся творить добрые дела. Многие сидящие здесь в зале знают о том, что при храме нашем, преподобного Сергия Радонежского, существует Центр Добро. Он существует 4 года. Но я не буду говорить о его как бы, деятельности большой, но скажу, что мы в этом году обеспечивали 12 семей дровами на зиму. Мы в этом году одели 7 человек, 7 детей в школу. Мы в этом году обеспечили ранцами, письменными принадлежностями, православными дневниками 40 человек детей подготовим в школу. Мы в этом году отмечаем грядущее Рождество Христово, и все знают о том, что кто из детей будет на службе, получит подарки от рождественского Деда Мороза. Таких 150 мне доложили как раз перед убытием сюда, сейчас закуплены. Вот это то, что занимается церковь, весь приход, а значит вы. Я хочу сказать в этот день огромные слова благодарности тем людям, которые видят в своем спасении добродетель. Поблагодарить всех живущих в нашем городе, в нашем районе, представителей фонда Олега Владимировича Дерипаска, Тамару Дмитриевну Румянцеву. Она скромно, она ничего не сказала, в принципе, что делает фонд. Но очень много сидящих в зале даже и не знают, что они делают. Ну, может быть, это и правильно. Но вот эта вся вкупе взятая добродетель, вот эта вся вкупе взятая спасение души, а человек при жизни пишет книгу жизни, как раз и делает нас с вами добрее, как раз с нами делает чище нашу душу, чище наши дома, чище наш город, наш район, наш край и всю Россию. Вот здесь детки представляют концертную программу, согласитесь, насколько у них у всех улыбка на лице. Можно подумать, что у них никаких проблем нет в школе, да, или где-то там с родителями, но посмотрите, какую любовь они дарят. Это тоже добро. Я хотел бы в эти богоспасаемые дни рождественского поста паки и паки поблагодарить всех вас, а семьи, которые в церковь ходят, и семья Буйнюк сегодня со спящей младшей дочерью каждое воскресенье в храме. И, по всей видимости, на работе сейчас Андрей Кальченко, инженер по КИП нашего агрохолдинга «Кубань», у которого 11 детей. И сегодня завершили цокольные работы вновь строящегося храма на Поле Чудес, это третий храм будет. Семья Клименко Василя. И сегодня просто как бы не поделиться с вами, но не могу не поделиться. У него 12 детей. Дети все свои. Родные, приемных нет никаких. Живут они в хатке 16 квадратных метров. И вот мы им, нашим приходом всем, всеми вместе с вами, с предпринимателями, с руководителями колхозов, предприятий, завершаем строить дом. Ну, думаю, к Пасхе, наверное, будем посвящать. Строим мы его 3 года. 195 квадратных метров.
Ну, большая семья и большой дом должен быть. И вот сегодня, ребята, я был на стройке, старшие дети Василия Александровича, мне говорят: батюшка, а можно мы перед Рождеством, ну хоть две комнаты, заедем туда, ну тесновато нам 16 квадратных метров. А сделано уже все. И отопление, и теплые полы, и положены доски, паркет, кстати, пожертвовали нам. Я говорю: ну, ребят, еще дверей нет, и стены не покрашенные. Они говорят: мы уже зашкурили, зачистили эти стены, ну, можно мы въедем? Я говорю: ну, а что я могу сказать? То есть две комнаты уже туда заезжают эти дети. Спасибо, Господи, всех вас. Паки-паки, всех вас поздравляю с грядущим новолетием и с Рождеством Христовым. Храни вас Бог. Добро, оно столь многогранное, а история благотворительной деятельности настолько богата традициями, что каждое движение, каждый шаг, каждый поступок, каждое дело, совершенное во имя добра, имеет свое определение и существует много названий благородных поступков. И действительно, вспомните, как начинают радостно светиться ваши глаза, увидев, что рядом кому-то стало хорошо от вашего участия. Или если у кого-то высохли слезы на глазах, потому что вы протянули руку помощи. Только от светлых помыслов и деяний мы становимся счастливыми. И каждая крупица счастья, подаренная ближнему, заставляет нас улыбаться по утрам просто так, без повода. Чтобы быть счастливыми, нужно помогать ближним и делать счастливыми других. Мы благодарны вам за то, что вы сегодня вместе с нами. С большой любовью мы дарим вам свое творчество, свои открытые сердца и распахнутые души. Встречайте на сцене лучшие коллективы и солисты городского дома культуры, лауреаты и победители всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Говором чаек, песни прибоя, рассвет пробудил. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. Thank you.
Девочка, не грусти.
Thank you.
чудо. Наша доброта и милосердие помогли осуществить мечту многих детей из многодетных малоимущих семей, получить желанный подарок в преддверии самого сказочного праздника Нового года. Спасибо всем, кто пришел сегодня на мероприятие и внес значительную лепту в осуществление детских желаний, помог поверить в чудо и доброту. Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим новым 2018 годом. Пусть этот любимый каждым из нас праздник принесет вам и вашим близким исполнение самых заветных желаний, наполнит душу светом добра и гармонии. Пусть в новом году каждый день будет отмечен радостью созидательного труда и гордостью за его результаты. Мира и любви вам, благополучия и благосостояния, тепла и уюта вашему дому. Мы дарим вам свою снежинку добра и надеемся, что она согреет вас своим теплом. И пусть, когда куранты пробьют 12, она исполнит ваше заветное желание. Субтитры сделал DimaTorzok.